о случившемся. Это видео перезаписывается, потому что мне не находится слов, не матерных слов для того, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. И, в общем-то, слов нет. Все на поверхности. Построено тоталитарное государство лжи, в котором уже не садят, просто убивают. Убивают людей за их мнение, какое бы оно ни было, это мнение. Людей убивают, убивают журналистов. При этом представители, скажем так, силовых ведомств сразу же рассказывают про руку Москвы. И это, понятно, сейчас будет единственной линией следствия. А в лучшем случае найдут каких-то алкоголиков, надают им по печени, и они расскажут, что их наняло ФСБ для того, чтобы убить Олеся. А теперь смотрите, вот этот вот сайт пиарили представители МВД, представители там СБУ, наверное, поддержку ему оказывают. Этот сайт был распиарен в украинских СМИ. Вчера на нем появилась анкета Олеся. А теперь еще кое-что по поводу руки Москвы. Вот это вот рука Москвы, это их официальный твиттер сайта. Официальный твиттер сайта, который поддерживается спецслужбами Украины. Это государство, которое сейчас построено, это псевдогосударство, которое сейчас уже построено, тоталитарное государство, в котором убивают людей за их мнение. Я не знаю этого государства. Это не моя Украина, которую я знал, это не моя Украина, которую я любил. И я буду делать все для того, чтобы моя Украина вернулась, но я уверен, что моя Украина вернется теперь очень не скоро. Однако здесь есть один аспект, один нюанс. Люди, которые вот это вот делают, которые убивают людей, убить вообще легко. Человека убить легко. Ну и это проще, чем доказать свою правоту аргументированно, с фактами. Можно просто взять и убить, а потом обсмеять это на форумах, в каких-то комментариях, в статусах чиновничьих своих. Но люди, которые это делают, они трусы на самом деле. Это трусливые твари, трусливые, скользкие твари, дрожащие. Им стоит наступить на хвост, и они тут же бегут просить помощи, поддержки у мирового сообщества, потом выклянчивают какие-то кредиты, как последние паскудные шалавы. Однако же, они трусы. И почему они себя так ведут, так нагло, так нарвано? Потому что они никогда, никогда в своей ничтожной жизни не получали адекватного ответа. Мне почему-то кажется, это лично мое мнение, что когда-нибудь они получат ответ. Все мечтают о Гааге. Гааги не будет, ребята. Будет нечто другое. И тогда состоится суд, реальный суд. И этот суд уже сейчас происходит над этими людьми. Потому что каждая мразь, которая убила человека, за то, что мнение человека расходится с мнением этой вонючей мрази, достойна суда. И я человек верующий. И я верю, что так и есть. Так говорит Библия. А то, что говорите вы, на это мне плевать. То же самое, что вы хотите всех убить, запугать всю страну, но у вас уже почти получилось. Уже ходит масса, которая либо молчит от страха, либо выкрикивает лозунги, которые вам нравятся. Мне плевать. Я знаю, что таких людей много. Плевал я на вас. Мне не страшно. Вы не страшны. Потому что вы сами трусливые, скользкие, жирные мрази, которые когда-нибудь получат ответку. Плевал я на вас, суки.